Всем добрый день. Хотел сделать сегодня небольшой обзор набережной Экзиры. Набережная Экзира граничит с набережной Слима. Прямо мы видим новый строящийся бассейн для отеля Waterfront. Хотел пройтись сегодня по набережной Экзира протяженностью 3 километра до города Псида. И там мы должны увидеть приходскую церковь. Что, пойдем? Попутешествуем. С левой стороны набережной Экзиры мы видим остров Мануэль. В данный момент здесь сейчас находится яхт-клуб. По ремонту и обслуживанию яхт. Вдалеке мы видим утиную деревню. И небольшой мост, соединяющий остров с городом Экзира. С правой стороны набережной у нас находятся дома, офисные заведения, бары, рестораны. Сегодня частично разрешили приоткрыть локдаун, разрешили открыть кафе и рестораны до 5 часов вечера. Люди теперь могут прийти покушать, попить кофе и не сидеть на лавочке набережной. Нам нужно пересечь мост, соединяющий остров с городом Экзира. Пройти заправочную станцию. И вновь продолжим путь по набережной Экзира. Прямо мы можем видеть ресторан Папарацци. Видим, что там уже сидят люди. Зонтики открыты. То есть ресторан уже работает. Пройдя через мост и заправочную станцию, мы снова попадаем на набережную Экзира. С левой стороны мы видим яхты. Вдалеке город Валетта. Парки на набережной Экзира очень красиво. В парке есть несколько тренажеров для занятий спортом. Прямо мы видим кафе.
центральное место парка. И видим много лавочек, скамеек. В районе парка на набережной Экзира ведутся строительные работы. Прямо вдалеке мы видим яхты. С левой стороны набережной Экзиры большое количество яхт. Проходя по набережной Экзира, мы видим красивые яхты, яхты и яхты. Прямо вдалеке перед нами Валетта. С набережной Экзиры мы хорошо видим остров Мануэль. На набережной Экзира мы имеем смотровую площадку, с которой очень красивый вид Мальты. Ветер. Прямо мы видим военные сторожевые корабли. На набережной Экзира находится Royal Malta Yacht Club. Также мы видим старинный корабль Black Pearl, в котором сейчас расположен ресторан. Также прямо перед нами много-много яхт. И мы продолжаем наш путь прямо по набережной. Видя, сколько на Мальте очень много яхт,
складывается впечатление, что на Мальте у каждого жителя есть своя яхта. Дома, сделанные в виде крепостей. Набережная Акзира. В этом месте у нас набережная заканчивается. Сейчас мы пройдем еще немножко прямо и должны увидеть приходскую церковь. Мы с вами подошли к приходской церкви. В этом месте набережная Зира заканчивается. Далее у нас идет набережная города Мсида. На этом краткий обзор набережной Кзира мы заканчиваем. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С любовью и благодарностью. Всем до свидания. Колокольный звон.